وتشهدني وانا اتذكر وامل ان نستطيع ان نبدي بجعفر وسيلا وكل ما شئنا И мы отмечаем очень позитивную эволюцию в позиции многих наших партнеров, которые, продолжая настаивать на нелегитимности режима Асада, одновременно прямо выступают за скорейшее начало переговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и широким спектром оппозиции. Создан специальный механизм с участием ООН и Организации по запрещению химического оружия. Этот механизм расследует все сообщения обо всех инцидентах, включая множащиеся данные о том, что в течение вот этого конфликта радикалы, в том числе ИГИЛ, получили доступ к химическому оружию. Россия заинтересована в формировании подлинно универсальной антитеррористической коалиции на основе международного права при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций. И в этом контексте нам было интересно послушать информацию наших катарских коллег о той коалиции, которая, о создании которой была объявлена в Саудовской Аравии.